праздником с нашим. Джим-джим! Ура! Джим-джим! Ура! Джим-джим! Ура! 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 А это Нива. 11 номер, которая на крыше лежала, гоняет уже вовсю, короче. Единственное, что нету стекол, и крыша, помятая, так все. Как будто ничего и не было, красавец. Машина, зверь, короче. Добрый вечер. Спасибо всем, что приехали, покатались с нами. Покатались, я думаю, хорошо. Думаю, понравилось всем. И вам спасибо. Всем с нами. Всех вас наступающим Новым годом, счастья вам всем, здоровья, чтоб сил, здоровья, ну, чтобы в следующем году приезжали до нас на Масляну, ждем, кстати, всем коллективам. Ну, а теперь приступим до награждения. 29 березня. Февраля. А там 29 дней хоть, да? 30. В феврале, в следующем году. Значит, сейчас награждаем экипажи за жагу до перемоги, в мене написано. Значит, за жагу до перемоги награждається екіпаж номер 19. Ура! 19-й екіпаж! 19-й! Ви? Да, і Вова. А що за машина була хоч? Mitsubishi. Так їх там много було. А, Коротиш. А, Коротиш. Так. Так, за жагу до перемоги екіпаж номер 10. Це Бобровиця, так? Бобровиця. Екіпаж номер 10. Це Лубни, так? Клуб. Чи нема клуба? Вездеходы Бобровиця, ні? Машина какая? Нива. Белая? Да, белая. Та там их несколько было. Не было ни одна белая. За жагу до перемоги екіпаж номер 7. Бобровиця. О, это крем, по-моему, да? Машина. Да. Не ошибаюсь. Иголку ему же штаны зашили. А що ти зі штанами? За жагу до перемоги екіпаж номер 31. Це перший екіпаж. Екіпаж 31. А хто це такий? А потім розберемося. За жагу до перемоги екіпаж номер 9. Це теж головний. Ну, сьогодні такий був. За жагу до перемоги екіпаж номер 27. 27. О, это УАЗик. Он вроде второй круг прошел с лучшим временем. За жагу до перемоги екіпаж номер 2. Это УАЗик с такой мордой под гелик. Спасибо, приезжайте. Так, за жагу до перемоги екіпаж номер 26. Вечеряє. Про вечеря в своє щастя. За жагу до перемоги екіпаж номер 85. А у вас какой? 50-й? 55-й. Спасибо, приезжайте. Обязательно. И уже получен. На жагу до перемоги екіпаж номер 33. Дай ему хайспирт. Гранд Чирокі. На жагу до перемоги номер 6. Шостий екіпаж. 6. Экипаж 6!
Красавчик. Молодец. Экипаж номер 70. Экипаж номер 70. 70-й экипаж. Кто там? Це твої? Нема. Лунтик, він страшний. А, Лунтик. Якщо б не поламався, то ми ще порвав би всіх. Екіпаж номер 17. Ні, то що камиш, ви прозали. А що, 2-17 номера? Так, у нас 2-17. Да? Круто. Екіпаж номер 88. 88-й экипаж. Состой. Спасибо. Приезжай. Экипаж номер 15. А я даже знаю. Кто лишился переднего привода? Спасибо. Экипаж номер 18. 19. Ура, 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 ура! Экипаж номер 32. 32. Бизон! А это Бизон 32, да, или нет? А, у него же всегда 32. 32! Это Бизон, что ли, да, или нет? Да, на, Ром, забыл. Так я, давай, не знаю только, где он. Борщи едят! Борщи! Экипаж номер 75. 75-й! А что, Бизон не прошел? Это не ваши. Что, Бизон не победил, получается? А, це не поклав, зайняв призовий. Борщі теж їдять. А, Свят, забери. Ти не можу. Не можеш? Не можу. Але тільки лічно, так? Да? Ну, обідеться. Тоді хай приїжджає. Аудієнцію. Борщ подарує. Перепокала. Екіпаж номер 69. 69-й екіпаж. Забувся. А на чем он ездил, подожди? На оранжевом Сангёрге. А. Экипаж номер 20. У него же патруль у него, правильно? 20-й экипаж. Да. 20-й экипаж. Блин, нет. Меня позовут, и я пойду. Экипаж номер 5. А, это Ваня, блядь. Ваня! Это там борщ. Ваня, Ваня. Адресы им. Вот той самый маленький заступник. Если фонарик, то фонарик. А, это еще не могу. Вперед фонарик. Покажем. 90. Чудо, блядь. 90. О, со своим чайником люди выходят. Со своим чайником, смотри. Нормально. А вы что-то еще требуете? Не, нам просто... Мальчик, идите. Дервини ставите. И последний на сегодня экипаж номер 34. О, значит, остальные на тумбочке, да? Кого не назвали, тот на тумбочке, да. Экипаж 34. Вот он вдруг. Отдал, Женя. Отдал. Это экипаж номер 43, категория квадро. Экипаж номер 43. За третье место. 43-й экипаж, вы хотите не стеснять? Квадры, вы где? Юра, иди. Юра, боже! Нет, подожди. За деньгами, Юра! А что там, Бизона не видно? Зачем это? Да ну как? Отдать ему его подарки. Кризис в стране! 43-й. Держи. Кушай. Держи. На подиум, Юрочка, на подиум давай. На тумбочку. Все равно рыгать. Спасибо вам. Спасибо. За друге місце в класі квадро екіпаж 47. Друге місце.
давай пока. Андрей, держи бульбу, Андрей. Да. Да. Квадр надо было квадр. На 15 килограмм делать. Так, и за первое место экипаж 21, квадро. Экипаж 21. Очкочки и тапочки. Да? Личная вещь. Ага. Показывайте. Что-то большое подарили. Касаев! Фото! Можно для квадрика. Подголовник. Всем спасибо, все свободны. Освобождайте следующим. Что, мужчина, вы присаживайтесь, я вас подержу. Да плазму хоть. Да не надо, плазмопанель. Значит, туризм, туризм. Подожди, туризм, значит, у нас тут в туризме получился такий казус, у нас просто в туризме два третьих места. Четко пришли, по времени? Круга, блядь, сплюсовали, блядь, одне одинаковое время. Поэтому будем награждать обох, приз ділим напополам. Ну так а як? Ну, так, я ж не зроблю їм на 402 метра. А ми кулом розстріляємо. Через заїзд. Значить, в туризмі за третє місце награждається екіпаж 55 і 22. Дід Мороз, виходімо. Дід Мороз! Дід Мороз! Ти подарки нам принесли! Давайте ось сюди, як хочете, а я буду ділитися. Шестером туди встав. Ні, третє, третє, третє. Перше місце, всі остальні пішли на третє. Значить, дивіться, думали, думали, гадали, гадали. Розпілять кубок, так? Кубок даємо цим і за те, що вони їздили ще в категорії. Харт. Точнее, лайк, да. Деду Морозу деньгами, правильно. Ему сейчас не понравилось. На стиралку, ебать. А что там, номер один нарисован был на кубке? На тебе фары. По, тебе тоже по, фары. По одной фаре. Каждому. Да, каждому. Девушки, грамоту. Сиделка с Икоровичем, вся красивая, на третьем месте нечего. Я не знаю, я хочу. Пополам. Разольете сейчас в бочки. Девчонки последние. Мужиков не жалко. Мало. Вадик. Гусю за трезвость. Надо грамоту. Октан, вы, ты же с Бизоном едешь, да? Это его. Это Бизона. Бизон! Просто его не видно, что я где-то. Олеж. Так, екіпаж номер 17, друге місце, це вже не Комиш, 17-й, це у вас, по-моєму, був. 17-й, друге місце. О, це тепер... Молодець! Молодець! Юная смена подрастает! Это группа поддержки, чтобы призы не отобрали, да? Наши, вот. Ай, блин. Красавчики, пацаны. Ура! 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 Ну похлопайте, ёпта, земляки! Похлопайте землякам! И первое место экипаж номер 28. 28. А. Где эти люди? О, ура! Таксисты! Это Нива такси. Шайтаны! Они выиграли конкурс за костюм, за костюруль, короче. Чи за костюруль? Я костюруль пущу. На тумбочку. Стартер надо было дарить. Ой. Ой. Два стартера. Улыбаемся. И машем. И лица. И подпрыгиваем на тумбочку. Три, четыре. Посмотри, заказать можно? Что такие счастливые? Вы попали на деньги, деньги машины ремонтировали. Самое главное, счастливые. Все остальные отстойки. Да, там сверху за свет, света идет, по-моему. Да, ну да, да. Ну не перегибай. Все, давайте следующие. Следующие. У нас только пленки нет. Сверху теплее. Нет, ты теперь, Нива, прикинь, что фары подарили. Молодцы. Каждому по фаре. Каждому? Ну, далеко. Да, за свет. Категория, блядь. Такая категория? Кто победил? Категория лайт.
Значит, за третье место награждается экипаж номер один. Экипаж номер один. Нива рулит! Нива, Нива вообще сегодня, конечно. Красная Нива. Которая... Чтоб сальто бортали, короче. Шо, везде. Нива везде рулит. Так, второе место. Экипаж номер 14. 14. Ура! Валера, я чую, тебя тоже происходит. А что за машина? Митсубиши? Железные парни! Опель, опель, да. Ребята, покупайте машины на литовских номерах. Так у них уже там не литовский, по-моему. У них она уже растаможенная, вроде бы. И за первое место, экипаж номер 11. Вова, Дэвид перевернулся. Вова, экипаж номер 11. Финишировал. Вова! 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 Молодец! Потому что он молодец! Нива рулит! Нива! А, Нива рулит! Она Нива ж, да, на этом, на барельефе? Не, ну конечно, да. Дайте машину. Камеру смотри! Камеру смотри! Да давай фоткай! Улыбайся и машешь! Как ты улыбаешься? Да слезы тоже! Скажи, а то меня штука... Все, хватит уходить! Давай уходить! Хорош! Фронтера случайно попала в этот коллектив. Ну, правда, дверей как у Нивы у нее, да? Здесь там Нива приезжала! Только номера помогли. Нет, а там уже растаможено. Третье сезон. Растаможено? Да. Да? Да ладно. А я смотрю, что уже не так едет. Ура! 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 Дед Мороз напал. Рамка лобового или что? Написано при Луке. При Луке написано? Да, да, по новой почте. Прямо из все. Какая-то люстра, наверное, или что? Люстра. Вова, блин. Биля сердца, я имя. Вова, стой. И класс! Ты подъезд, я ну еще трахаю. Надо вторую единичку там сделаете, да. Третье место в классе карты. Экипаж номер 35. Третье место карты. 35, кто? Ура! Отлично рубил. Г69, охренеть, а как? Харди, 12 лет, Харди. Водя, рулыть! Нет, в Харди, наверное, не он. Харди, он даже был за рулем. Он в Лайте за рулем был. А, в Лайте. А в Харди, наверное, вот. А я вам сказал, нехер другой круг ехать в Харди. Это как? А, подожди, это... Это... А то Гена, блядь, что награждаем? Карты или лайк? Да вы меня задолбали, взял и сделал его. Не, не, второе место в категории хард, экипаж номер 23. 23-й экипаж. 23. Это мы! Это мы! Патрол вот тот. А на чем они ехали? Ну вот тот УАЗа патрол, я так понимаю. Не-не, УАЗа патрол. А, что-то красное было такое. Красненькое, патрол просто, да. Или Ниссан, да. Вишневый, да. Или Ниссан, или патрол. Ура, товарищи! Горько! Теперь тебя и жена, и пила будет пить. Пила! Ура, товарищи! Ну и первое место. Ура! Экипаж... Ура! Номер 44. 44-й. Валера! Бобик! Бобик! Валера! Чуть не застрял. Бобик! Ладно, Валера, мы тебе, короче, уступили. Валер! Ты что? Опять бы расстрелил. Валер! Он где уехал штурман? Дома. Да яке дома? Да дома он уже, я видел, самолет за ним прилетал. Ебель, Валер! А что штурман? Вы молодцы, да? Забил. Да ну вы! Штурман! Давай! Наклейку как-то искали. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Наши коллеги не двигаются таки, да? Все, ты заебашься!
Слазь уже. Все. Валер, слазь, это тебе. Короче, валим отсюда. Расходимся. Спасибо большое, ребята. Ура! Пол вишневый второй. Все вопросы, спасибо большое. Третьих карты. Это самое, у нас розыгрыш в группе у моей. Не поедем. Прошу получить. Тихо. Андрей Шакал заработал. Ой, кстати, тоже я там тоже что-то заработал. Андрей, я что-то ответил, заработал. И сказали правильно, да. Андрей, нет, там фотография, с какого было мероприятия, а я там был просто. Рома! Да, я помню, был. Вот Андрей стоит. Вот. Богдан! Это мои. Иди сюда. Что это такое? А что вы друг другу подарки дарите? Макс Конотоп. А, это я. Макс, это у нас был розыгрыш. Андрей из Києва на Ніві їздить, на білий. Хто передасть? Той, що в Ніву воду поодривав амортизатори. И мост погнул, чулок погнул. На харьковских номерах. Мы из Киева. Можем передать, если он... С харьковскими номерами, что ли, или нет? Да, с харьковскими номерами. У канистра, что взлетело, ну, с харьковскими номерами, да. Жив-жив! Ура! Жив-жив! Ура! Жив-жив! Ура! Ура! Ще хотів зробити такі невеличкі подарки нашим блогерам. Не знав, що Руслан буде. Без подарка. Знаєте, як вони ж теж роботу яку роблять, серйозно. Колись внук ваш скаже, он іди подивись, як мій йобнутий дід їздив. Руслан, іди. Тарелка борща. Це тобі такий рюкзак, щоб ти носив свої шляхи. Щоб ти не вкрався. І чиндали. Друг, выставляйте оружие. Так все, идем, сейчас там борщ я видел. Где. Иди ты. Тоби по заказу выбрался. Спасибо. Тоже самое то самое, разберешься, короче. Ура! Ура! Я сегодня подменяю Игоря, это он. Это его вот. Держи. Спасибо. В Ниву клуб. Что это, палатку, чтобы не уезжали? Да, дома. Я хочу заметить, Роман монтирует видео, когда он еще домой едет. Не, сегодня не будет точно, не успеем. Смотри. Уже есть. Смотри, уже смонтировано, видишь, штраф? Еще хотел наградить экипаж, который сегодня... Уже долго у тебя. Ну, мне понравилось, как они хотели всех это самое объебать. Блядь, ну классно, блядь, ну мне понравилось, хочу за это их наградить. Экипаж номер 22. А кто это такие? Как они шикарно заезжали на гору, да, это была тактика. Но с горы съехать не получилось, но... к сожалению. Это... Ну красавцы. Не додумали. Я его посидел, конечно, после этого заезжали. Заехали. Спасибо всем, кто помогал раскачивать. Да, там качали голову. Мы твой Паджеро качали, да? Всем спасибо, что приехали. И в последний раз мы увидимся. Джим. Приезжайте, я только рад буду. Ура!